Итак, привет всем, с вами Мистер Ролл, и добро пожаловать в Minecraft Beta 1.5. И в этой серии мы планируем достроить наш домик. Мы в прошлый раз крестили все-таки ступеньки и наткнулись на крипера и наших пауков, и, по-моему, еще наткнулись на лучника. Не суть. Так, значит, открываем окно. Так, ты, коровка, мне мешаешь? Да, и, пожалуй, я тебя убью. Monster kill! Ух ты! Ого, крипер. Ну, здравствуй, дорогой. Не зря я все-таки двери заблокировал. А ты что думал? Не надо. Не надо быть таким. Не, я, пожалуй, обратно поставлю. Мало ли. Итак. Ладно, крипер где-то загулял. Ну и бог с ним. Ой, лучше бы он отошел от моего дома подальше. А то я ему задницу надеру. Так. Давайте. Где он? Ага. Свалил. Правильно. Почувствовал мою мощь. Мой гнев. Еще одна коровка. Значит, много, знаете, много коровок. Так, значит. Хорошо, я буду делать из ступенек. Вот таким вот образом. А то есть. Так. И, наверное, вот этот слой дальше идет. Пойдет. А, тут же нельзя так делать. Плохо. Да, плохо, плохо, плохо. Только так, да? Так, значит, тут должен стоять блок. Наверное, из ступеньки ничего не выпадет. О, как я знал. Как я угадал. Так, значит, тут я тоже ставлю ступеньки. Так, тут у нас структура чуть-чуть другая будет. Потому что тут у нас на один блок дальше. Поэтому тут у нас будет так. Тут, соответственно, таким вот образом. То есть, вместо этой земли должны быть доски. Тут то же самое. И тут то же самое. Доски должны быть. Так, я так думаю, мы построим пирамидкой нашу крышу. Или, так. Да-да-да, построим пирамидкой, собственно. Я так думаю, у нас дерева не хватит, поэтому... Нам надо еще добыть дерево. И нам надо сделать топор. Чтобы быстрее добыть какие-то дерево. А то его будем добывать достаточно долго. Так. 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 Хорошо. Теперь идем дальше. Ну и все, в принципе, больше ничего не хватило. Так, теперь идем к нашему крафту. У нас даже палок нету. Не то что дерево. Так, дотягиваемся, не дотягиваемся. А если так, то дотягиваемся. Хорошо. Добудем хоть чуть-чуть. Так, вот. Хорошо. Так, делаем палки. И делаем два топора. Я ж планирую много добыть дерева, поэтому идем там, где много дерева. И, соответственно, начинаем рубить. Так, начнем с этого. Как раз три для кровати. Хорошо. Добываем. Так, хорошо. Первое дерево добыли. Дальше идет второе. Давай быстрее, быстрее, быстрее.
Окей. Идем дальше. Так. Сейчас постараемся добыть это дерево, чтобы не висело это листва над головой. Ну, это листва над головой реально этот защищает от дождя. Но правда некрасиво смотрится. Так, это мы убираем. Эти деревья мы тоже убираем. И заканчиваем. Так. Сколько у нас? 29 дерева. Все равно мало. Так. И добудем еще это. Я так думаю, все, нам будет достаточно. Опа. Все готово. Ой, так, хорошо. Солнце в зените. Так, у нас еще примерно минут 5-6. Для того, чтобы доделать крышу. Ох, я так думаю, в следующий раз сделаем. Учитывая то, что для них нужна печка. Поэтому нам нужно в шахту. Так. Но все равно как-то 3 серии потратить ради того, чтобы сделать одну крышу. Это как-то не то. 16 и 16. Так. Хорошо. Итак, продолжаем строить нашу крышу. И теперь. Ау. Нет, я так думаю. Блоки поставим или мы не поставим? Так, нет, блоки потом мы поставим. Сначала сделаем расстановку на верхней, а там уже снизу с комнатой сделаем. А хотя, может и получится. Так, тут доделываем слой. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюда. Так, тут. Тут полублоками. Тут что у нас? Тут все проходит. Хорошо. Так, тут. Так, тут полублок. Далее. Хорошо. Ставим блок, блок, блок. Так. Там. Ай, не дотягиваюсь. Не дотягиваюсь. Ай, не дотягиваюсь. Плохо, плохо, плохо. Хорошо. Теперь. Я так думаю, многие уже поняли стратегию моей крыши. Как я хочу ее построить. Сохраняю формы пирамидки. То есть тут. Тут можно два блока поставить. Тут. Тут. Все везде полублоками. Хорошо. Теперь. Ауч. Так, теперь берем. И делаем полублоки. 12 штук. Насчет 12 штук я не знаю. Хватит ли нам. Но давайте рискнем. Теперь сюда полублок. Сюда не надо. Сюда. Ну, вроде все. Да, вроде все. Ну, как-то вот таким вот образом у меня получился такой домик. Не знаю, вы можете сами выбрать себе дизайн и построить свой великолепный домик. Также можете сделать, как я, допустим, возле, точнее, на скале. Конечно, это надо подбирать местность, но в принципе нормально. Хорошо. Так.
Воу-воу. Он до сих пор плавает. Ой, бедняжка. Мне его жалко. Наверное. Так, здесь доставляем блоки. Устраняем все недочеты. Так. Ну, как-то так. Как говорится, добро пожаловать в свой дом. Welcome to home. Хорошо, тут я, пожалуй, добуду, точнее, сделаю себе окна, добуду доски и не только, и сделаю себе окна. Тут то же самое. Тут сделано такое вот окошко. Ну, наверное, все, кстати, управились. Еще ночи нету. Хорошо, давайте скрестим дверь. Заодно покажу новый крафт. Вот, у нас этот крафтится дверьку. Дверьку нельзя стакать. Вот, таким образом ставим двери. То есть выходим наружу и правой мыши ставим. Все, двери поставлены. Так, теперь пока что забетонируем окна. Ну, тут сторонние. Ну, тут можно не забетонировать. В принципе, я так думаю, лучник не будет стрелять. Если что, так можно отойти в сторону. Ну что ж, кстати, три шерсти есть. Можно даже и поспать. Давайте сделаем еще кровать. Не, все равно спать небезопасно, потому что мобы могут тут заспауниться рядом со мной. Потому что тут темно. Ну, зато сделали кровать. Крафт. Три шерсти. И внизу три доски. На этом все, спасибо, что посмотрели, если вам понравился выпуск, поставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, всем удачи и до новых встреч!